1 марта, 3 часа, пчелки только начали летать, я воск потихоньку начал топить, потому что делать что-то надо, проводку тяну и воск топлю, а сейчас можно уже пчелок пойти посмотреть, так вот робим. Вот такие пятачки расплода у нас уже имеются. В общем, стартанули хорошо, посмотрим, что будет дальше. Вот такой расплод у нас тут. Ну, плотно себя шевелиться не хочется им даже. Хорошее поведение вот на соте. Это тот признак хорошего поведения пчел, когда они... Смотрите как. Даже двигаться. Не хотят, сами сверху дунул, побежали, а тут вот шуба сидят. Хорошие пчелы. Подобрал шмеля на улике голодного. Смотрите, какой потрепанный жизнь весь. Лысые ноги стертые все. Вообще шмели в красной книге, и нужно пытаться их сохранить. Всем привет. 13 марта. Начинают строить еще один дом у нас тут. 3 дня вот они тут рыли-рыли, выкопали, так скажем, котлован. И, думаю, до осени построят дом. Где Гэтин Кир? Да, у нас ни зима, ни лето, что-то непонятное между вечной осень. Начался маленький сезон дождей. И, собственно говоря, наверное, уже 2 недели вот такая погода. 3 дня ветер сумасшедший дует. Все летает. На улице плюс 6. Особо показывать нечего, топим воск потихоньку. Ну, как-то так, пойдем пчел посмотрим. Закончили с папой этот объект. Осталось тут маленько еще доделать. Покрасить, заштукатурить. Подключить жалюзи и все, уже электрика тут сделана у нас. Поставили. 3 фазы для станка. Так вот все выглядит. На улицу вывелись. Тут свет. То не было ничего. Сток вот. Вытопились. Не знаю, планирую помыть. Не знаю, еще где-то корпусов, наверное, 150 надо топить. Посмотрим, когда это все успеем. Маркус тут все убрал, осталось только вот эти тяжелые штуки убрать, пасынки. Палетки собрали в кучку. Тут потихоньку копаю, в общем, сыро копать землю плохо, все липнет. Тут она, земля поганая, где я живу. Так, так вот все выглядит. Сетку убрал, поймал дрозда. Еще живой был, я его отпустил. Так, все хорошо. Пчелы, в общем, в клубу сидят. Холодно. Вчера тепло было, они ползали. Сегодня вот так где-то, в общем, это вот 7.45, 853, 18 матка живая будет воспроизводиться. Это что она сейчас? Ужата на 6 рамок. Тут у нас на 4 рамочки сжатые пчелки. Кстати, сестра этой матки. Тут я не знаю, что кирпичные стоят. Посмотрим. В общем-то, такие пчелки. Осталось еще мне сколько? 4 палеты доделать. Улик пана Фадея. Ух, как он сжался. Смотрите, был на 5 рамках. Я его не поджимал, ничего. Сейчас на 3 сел. В общем, зимно, холодно. Пчелки сидят. Ждут у моря погоды. Так вот все выглядит у нас. Осталось, говорю, вот 4 палеты вкопать. И тут я все закончу. Это все я уберу отсюда. Потому что тут рапса мало, а пчел много. Тут сейчас стоит 50 семей. Это как бы многоватенько. Ставлю 30-ку и плюс воспиталки наперед поставлю, чтобы назад не ходить.
В том году у меня там были воспиталки частично. D75, 5 рамок. Холодно, холодно. И еще 2 недели так будет. Жонч. Челкам зимно. Это все уберу, потому что тут уже палеты погнили, и все погнило. И плохо работать, потому что сзади не подъехать, ничего не сделать. Тут получается по немецкому законодательству метр от забора должен быть следующий забор. То есть получается, если вы видите вот по углу здания, это моя граница, так скажем. И вот забор остался, а уже сосед метр отступил. А вот это типа нейтральная полоса получается. Вот. И вот так вот все выглядит. А получается, мы тут таскать и все прочее неудобно, и бус не загнать. А тут получается, машина заходит посередине прямо, и все нормально работать. Можно вывозить, завозить. Как-то вот так. Посмотрим, что будет. Пока вот эти вот 30 мест сделаю, потом, может, до конца прокопаю. Потому что еще сам не определился, что хочу. Знаю, что вот это точно убрать надо все. Раньше, когда жратвы-то вот не было у людей, в Германии очень хорошо яблоки растут, сливы, ну, в общем, плодовые деревья, так скажем. Тут вот сливы вот так вот росли, яблони, а часть деревьев уже старые. Как бы садить новые, естественно, никто не будет, потому что это гроши стоит. И выпиливают их от старости, потому что ветки мешают, падают и прочее. В общем, яблочная Германия уходит в небытие, так скажем, со своими лесопосадками яблочными. Все-таки интересно люди жили. Садили то, что растет, и то, что можно кушать. Тоже вот это вот сорта старый яблок вкусный, вот эти новые сорта, они все беспонтовые. Вкуса нет, вид есть, а вкуса нету. Тут у нас тоже дочка 333-я, но... Гнесси, по-моему, обратно. Тоже на 4 рамочки сидит. Ну, короче, холодно пчелкам, холодно. Очень холодно. Смотри, 75. Сколько? 6 рамок. Ну, посмотрим, что дальше будет. Че, Маркус, что делаешь? Что, пойдем домой будем собираться. Нуклеусы Маркус чистит, дочистил уже практически. В общем-то, к сезону мы полностью готовы. Осталось трошки. Вот, кстати, про солнечные батареи спрашивали. Вот стоят леса, солнечные батареи устанавливают. Оно тоже с помощью солнечных батарей можно от налога уйти. Но в то же время ты уже становишься предпринимателем, потому что производишь электроэнергию. Короче, ну люди мутят то, как может. Потому что налоги большие. Я в этом году не буду сумму называть, отдал. Ну как бы жалко денег. Конечно, ты их зарабатываешь, потом отдаешь. Но без этого государство жить не может. Такие вот дела. Задница полная. Чуть весна еще только ранее. Прорвемся, надеюсь. Будет капитально.